Я ринусь в бой в смертельной схватке, в борьбе не за жизнь, а на смерть. Я воин этого серега, и я агитую свои правила. Альтва онлайн, многоплодилась к одному РПГ с видом от третьего лица, не имеющий аналогов во всем мире, с оригинальной динамикой игры и системой ПВП. Невероятный мир поведает тебе свои тайны, историю многочисленных сражений за право называться лучшим. В России релиз состоялся 21 мая 2008 года компанией Innova Systems. Разработчиком является южнокорейская компания Websum. Графика на ультрах и детальность прорисовки объектов показывает себя лучше, чем некоторые современные игры. Особенно радует глаз свирепые и изящные монстры, которых можно прикрутить своего персонажа. В игре часто проходят различные ивенты и обновления. Это говорит о том, что разработчики уверенно развивают проект, который существует уже 8 лет и обещают существовать еще столько же, привлекая к себе все новых и новых игроков. Всего несколько умений персонажа обеспечивают легкий уровень сложности игры. Каждый персонаж создан на свой вкус, на уровень, на атаке, на защиту и два полностью разных саппорта. Рейнджер наносит самый большой урон, хорош против рыцарей со щитами и убийц ассасинов, но имеет маленькое количество хп и скорость передвижения. Рыцарь может носить щит с мечом, поглощая урон лучше всех, или алебарду, нанося хороший урон, имея еще самое большое хп в игре в запасе. Ассасин – целеустремленный персонаж, правильно исключительно на убийство. Впереди его разгромная качпильская атака не стоит никто. Еще имея непревзойденный уклон и невидимость, с легкостью сможет уйти от ассиста. Маг – универсальный персонаж. Можно накладывать бафы и дебафы, и является самым сильным в руках человека, имеющий опыт и навыки игры. Правда, очень затратный класс. Призыватели. Самый слабый в PvP боях, но самый лучший в PvE игре. Призывает на помощь бездну, замедляющую противника, огонь и метеорит по периметру. Также тотем, намного увеличивающие характеристики целой группы союзников. У каждого персонажа есть личное древо умений, что усиливает их умения и базовые характеристики. ДРГ заметно влияет как уровень персонажа, так и экипировка. Одно без другого не может существовать. Всего в игре 100 уровней персонажа и максимальная проточка оружия и доспехов 13. Также можно одеть бижутерию, которая преимущественно прибавляет характеристики. Еще в игре существуют сферы, которые не мало, а всего наполовину усиливают персонажа. Если ты потратишь на хорошую сферу разрушения, то руками вы будете бить не хуже, чем с оружием. Сферы дают уровень защиты, атаки, точности и базовые параметры. Силу, ловкость, интеллект. Кроме сфер есть трофеи, которые увеличивают максимальное количество здоровья, маны и переносимого веса. Сферу и трофеи можно усиливать несколько раз. Если вы самый прокачанный герой в игре, то это ничего не значит, так как R2 Online – это командная игра, и несколько так называемых нубов в конечном итоге смогут вас устранить. Поэтому очень важно посещать такие мероприятия, как осада крепостей, битвы гильдий, битвы команд, командные битвы, от победы из каждой которых вы получите несколько ничточков, что множественно усилит вашего персонажа, а также придаст море удовольствия от таких полномасштабных боев. А чтобы участвовать в них, вам необходимо вступить в гильдию. Гильдия состоит из 50 человек. Они имеют свой гильдийный дом, могут захватывать контрольные точки и крепости, которые усиливают их гильдийные древо умений. Сила каждой гильдии рассчитывается соотношением количества сильных и слабых игроков, находящихся в гильдии, также посещаемостью мероприятий игроками. Гильдии могут собирать целый союз, чем сильнее гильдия, тем сильнее у нее враги. Гильдии, только что созданные и развивающиеся, считаются нейтральными, а гильдии, которые находятся в стане большой войны, так называемые Big War, могут устанавливать свои правила, иметь контроль над целью и захватывать крепость. Но у каждого альянса Big War есть такой же сильный соперник, и все время ряды противостояния двух альянсов пополняются игроками из нейтральной гильдии. Сторона, которая превосходит соперника, имеет право делать что угодно. Правда, последствия бывают разные. На этом все. Как всегда, ваш Йорк. Это был краткий обзор игры.